Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Джулипо и Instagram-аккаунта Alvasar Official. С вами в студии Карина и Данил. И сегодня мы вам расскажем о тех семинарах и тренингах, которые пройдут в январе 2022 года. Ну а начнется обучение Международной академии нумерологии Alvasar 15 января с тренинга «Личная карма», который будет проходить с 10.00 до 17.00. Лектором будет выступать автор курсов и методик по нумерологии Джулипо. Тренинг «Личная карма» является частью курса «Кармическая нумерология» и построен на основе авторских методик Айрон и Джулипо. Он поможет вам получить ответы на самые сокровенные вопросы и найти ключи, открывающие различные грани вашей личности. Вы узнаете, как определить структуру кармы и ее циклы, точки препятствий и ошибки прошлого воплощения. Вы сможете познакомиться и научитесь трактовать и строить графики судьбы и кармы, познакомитесь со стационарными и динамическими значениями, а благодаря полученным знаниям узнаете, каких событий в жизни ожидать и к чему готовиться. А вот уже 16 января с 10.00 до 17.00 будет проходить тренинг программы «Отношения лектором» является выдающийся лектор и нумеролог Джулипо. Тренинг программы «Отношений» по курсу Таро нумерологии – это единственный в своем роде тренинг, посвященный такой важной сфере жизни каждого человека. Благодаря авторским методикам Айрон По и Джулипо вы научитесь строить графики отношений, благодаря которым вы сможете сделать прогноз на будущее и рассчитать совместную цель вашего партнерства. Таким образом, вы узнаете, какой характер носят эти отношения, являются ли они кармическими, а также какие стадии и препятствия вам предстоит пережить вместе, какие эмоции испытать и какие задачи стоят перед вами. Кроме того, вы получите все необходимые знания, благодаря которым сможете произвести расчет детей, предназначенных паре, знаки их блокировки и методы борьбы с ними. Ну что ж, а следующий тренинг, который называется «Кристалл судьбы», пройдет уже 22 января, где лектором будет выступать Татьяна Косицкая. Обучение будет проходить с 10.00 до 17.00. Тренинг «Кристалл судьбы» – это часть курса «Таро-нумерология», построенного на основе авторских методик Айрон и Джулипо. Данный тренинг не имеет аналогов, поскольку включает в себя весь спектр знаний, касающихся циклов взросления личности, программы на детство, юность и зрелость. А также вы сможете определить кризисные периоды, связанные с судьбой, ее блоки и график. Узнаете, какой ваш родовой сценарий, какие страхи и блоки мешают вашему развитию, какая ваша задача перед обществом. А кроме того, вы узнаете, какая категория людей склонна к предательству по отношению к вам. Ну и конечно, только на тренинге «Кристалл судьбы» вы найдете ответы на следующие вопросы. Какие ошибки вы совершили в прошлой жизни? Какое самое слабое место в вашем организме? Как найти свою зону комфорта и многое другое? А 28, 29 и 30 января будет проходить семинар «Программа судьбы». Лектором является Татьяна Косицкая. Он идеально подходит для тех, кто только начинает свое знакомство с авторской нумерологией Айрон По и Джулипо. На семинаре «Программа судьбы» вы познакомитесь с задачами на воплощение, матричными циклами, графиком рода и графиком архангела, картой рождения, картой инклюзий, ошибками прошлого воплощения и психологическими дефектами, а также узнаете свои цели в партнерстве и многое другое. Ну а на следующий день, 31 января, пройдет мастер-класс, на котором вы найдете ответы на все свои вопросы и отработаете пройденный материал. Таким образом, выходит, что первую половину января вы отдыхаете и набираете сил для того, чтобы вторую половину января посвятить эффективному обучению новой профессии. А это значит что? Это значит, что вам нужно спешить зайти на сайт alvasar.ru в раздел «Расписание» и записаться на выбранный вами тренинг или курс. Ну а что вас ожидает в феврале, вы узнаете уже совсем скоро. Для этого вам нужно подписаться на YouTube-канал Джулипо и на Instagram-аккаунт Alvasar Official. С наступающим Новым годом! С праздником!